Согласно наиболее распространенной версии, Ермак Тимофеевич был родом из донских казаков. Доподлинно неизвестно, когда он родился, но при рождении ему дали имя Ермолай. Установлено, что до призвания на государственную службу он несколько десятилетий вел вольную казачью жизнь. Ряд историков полагает, что Ермак в молодости со своей дружиной занимался грабежами торговых кораблей на реке Волга. В Сибирь Ермак Тимофеевич отправился во главе дружины, состоявшей из чуть более чем 500 казаков. Богатые купцы Строгановы пригласили атамана и его дружину, чтобы те защитили их от участившихся набегов хана Кучума. В Сибири атаман провел около 4 лет, разгромив за это время сибирское ханство и фактически отправив хана Кучума в изгнание. Согласно легендам, Ермак носил две кольчуги. Вторая была подарком царя, и он надевал ее поверх первой. Согласно некоторым сохранившимся преданиям, атаман пользовался среди простых людей славой колдуна. Смерть настигла атамана, когда казачий отряд, расположившийся на ночлег, был атакован из засады. Погибли почти все.